Большой театр – театральный символ России, главная сцена страны. Ко всему, что происходит в Большом, можно смело добавить «лучший», «первый», «передовой». Сегодня мы хотим вам рассказать о премьере не театральной, а технологической. Итак, на знаменитой сцене Большого театра светодиодный прожектор от итальянского бренда DTS. Alchemy 5. DTS Alchemy 5 – это представитель нового поколения поворотных светодиодных приборов заливного света с линзой Френеля, созданный для театральных художников. Линза Френеля компенсирует все недостатки светодиодных вож-приборов и открывает для DTS Alchemy 5 площадки, где раньше могли использоваться только ламповые прожекторы. Мы приняли решение заменить галогеновые приборы на светодиодные, и после достаточно долгих поисков мы остановились на Alchemy DTS. Они достаточно яркие, у них шестидиодная матрица. И второе, у нас эти приборы в основном используются как поддержка артистов. И нам было важно, чтобы были варианты работы с теплыми тонами, спектром белого света. Что еще понравилось в этих приборах, то что можно регулировать тон в любой точке цветовой температуры белого. То есть уходить немного в зеленые оттенки, в мадженту. Вот, то есть они достаточно динамичные в этом плане. Для нашего театра, для классического все-таки, для классических постановок важно было то, что они еще дают достаточно пастельные тона. В сравнении с обычными светодиодными РГБ-приборами они уже достаточно деликатнее светят и дают хороший свет, который вот именно подходит для нашего театра. Новейшие технологии Alchemy 5 гарантируют высокую яркость и превосходное качество белого света с точной корректировкой цветопередачи. Линейный фильтр «зеленый маджента» дает естественное освещение для любого оттенка кожи без искажений. А использование технологии High Quality Spectrum позволяет очень точно подобрать такие оттенки белого, которые до Alchemy 5 были просто недостижимы. Когда нам приехали первый раз алхимики, мы первый раз включили их просто посмотреть, сравнить со старыми приборами. И были удивлены, то, что он по яркости практически такой же. То есть это, в принципе, комплимент для светодиодной техники, потому что низковольтная галогеновая лампа, она очень яркая. И сравняться с ней тяжело. Также еще за счет того, что у них достаточно интересная система охлаждения, они тихие. То есть мы их включали на 100%. В самый мощный режим, все цвета там, и при этом они не шумели. То есть это очень важно, потому что эти приборы у нас расположены над оркестровой ямой, и мы вот стараемся как раз отсюда убрать вообще любой шум, потому что все-таки мы работаем на музыку, вот, и нам важно, чтобы зритель не ощущал никакого дискомфорта. Ультратихий, компактный, действительно плавный диммер, как у лампы, без шагов и рывков. Линейный зум, шестицветный светодиод мощностью 400 Вт. Эталонный белый свет, эмуляция 100 самых известных и популярных гелевых фильтров. Регулируемая цветовая температура. Индексируемый корректор луча 2 к 1. Все это DTS Alchemy 5. Обратного пути уже нет. Светодиодная техника, она шагает семимильными шагами, просто дает новые возможности для работы, проще, безопасней, удобней. У нас есть общий алтарь. Это Большой театр, который да останется на долгие годы храмом вечной красоты. Так сказал о своем театре его преданный артист, великий оперный певец Леонид Собинов. Представитель бренда DTS в России – компания «Имлайф».